собираются мутанты. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Хотел рассказать про неплохую игру под названием Kill & Floor 2. Игроки оказываются в континентальной Европе после того, как она была захвачена ужасными и смертельными клонами, зедами, созданными безумным ученым из корпорации Хорзин. Совместная мясорубка на 6 игроков против адской орды зедов. Или на 12 игроков с возможностью почувствовать себя в шкуре мутанта. Особенности: кооперативная многопользовательская игра, шутер от первого лица. Минимальные требования: Windows 7 64-разрядная, Windows 8 8.1, также 64-разрядная, процессор Intel Core 2 Duo E8200, 2,66 ГГц или Phenom 2x2545. Место на диске 60 ГБ свободного места. Оперативная память 3 ГБ ОЗУ. Если у вас старый компьютер, найти 60 ГБ будет тяжеловато. Но это самое страшное, что вас ждет. Сейчас самое интересное: видеокарта GeForce GTX 250 или Radeon HD 4830. Мне понравилось в игре, что тут есть классы, умения, навыки, прокачка персонажа, хороший ассортимент оружия и кооперативная игра. Берсерк наносит урон оружием берсерка, убивает мутантов в основном в ближнем бою. Командос наносит урон соответственно оружием командоса, но в то же время может взять оружие берсерка, но не будет получать бонус. Умение командоса выявляет невидимые цели, но это начальное умение. При прокачке открывается куча разных крутых умений, типа повышения урона или скорости перезарядки. Берсерк лучше видит в темноте и быстро перемещается и наносит урон быстрыми атаками в ближнем бою. Кроме этих классов есть многие другие интересные персонажи со своим геймплеем. Если не знаете во что поиграть и ваш компьютер не тянет новое, тогда эта игра именно для вас. С вами был Розе, всем до новых встреч.